Ну, прошел еще один день командировки. Ой. Ой. Бой. Ужасный ремонт просто. В Ферганской долине мы находимся. Вот так вот. Пасмурная погода, да? Смотрите, облака, как вы видите. Хорошо, что еще молодой. А то, мне кажется, сейчас проснулся бы с давлением. Еще один день, чтобы умереть, как говорится. Еще один день, чтобы выжить. Матис проезжает. ДамАЗ. Кстати, в Узбекистане такси все делаются с помощью ДамАЗов. Не все. В основном ДамАЗ используется для такси. Это они стоят. ДамАЗов в Узбекистане очень много. Ну, доброе утро, ребята. Что ж, поставили чай. А вот так вот выглядит дворы в Узбекистане, в Фергане. Мне кажется, красиво выглядит. А теперь завтрак, друзья. Королевский завтрак, пожалуйста. И, конечно же, кипяченая вода. Кипяченая вода на утро самая лучшая, я думаю, чем вот это кофе, разные напитки. Кипяченая вода самое то. И для здоровья хорошо. Вот так вот. Лучше Ролтона, наверное, ничего нету, да, на завтрак. А если честно, я просто поленился пожарить яйца, что-нибудь такое сделать. Очень сильно устаю просто. Раньше не уставал так, сейчас очень сильно устаю. Помните, я вам хвалил ремонт на новостройке. Говорил, что у нас новостройки просто замечательные. Видите, все полопалось, потрескалось. Новостройки, новостройки. Что здесь скажешь? Кстати, напишите, у вас тоже вот так коляски оставляют в России? В Узбекистане это в порядке вещей, оставлять вот так вот. Шлепки возле двери. Кто-то он доделал, вы же видите. Вот так вот могут оставить, и никто не трогает. А погода просто замечательная, да? Это Фергана, детка. Вот так вот выглядит нынче новостройки. Спереди новостройки просто прекрасные, да? Но некоторые вот так вот выглядят. И куда жители смотрят, я не знаю. Дома вроде бы новые. Могли же построить хорошие, хорошие мусорки. Нет. Застройщики, ого, крысы бегают размером по локоть. И не знаешь, куда оставить нормально. Оставить здесь придется, по мусорке туда лезть уже страшно. Можно и прицепить что-нибудь. К сожалению, есть такие места. Мне сказали, что хлеб нужно оставить за мусоркой. Вот так вот плачевно все выглядит, к сожалению. Хотя, новостройки. А мы собираемся уже на работу. На работу сейчас поедем. Собственно, это ли ты, да?
Вот, приехали мы. Приехали на объект. Кстати, работаю я в Узбекистане. И зарабатываю у себя дома, отправлять никуда деньги не надо. Но если бы я был бы в России, отправлял бы деньги с помощью Мир Привилегий и писал бы мой, то есть мой промокод АК2. То есть, когда вы отправляете деньги через мой промокод, через приложение Мир Привилегий, а его вы можете скачать под описанием, в описании под этим видео, там есть ссылка. Также в Play Market, просто Мир Привилегий пишите, скачивайте приложение, и когда отправляете деньги, просто пишите мой промокод АК2. Если вы из Кыргызстана, то вы можете выиграть квартиру однокомнатную в Бишкеке. А также для всех отправителей денег в свою страну, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, есть разные плюшки, можете выиграть деньги. Сейчас идут призы разные, телефоны разыгрываются. Просто отправляя деньги, вы можете выиграть либо квартиру, либо телефон, либо деньги. И также сэкономить еще в плюс. Такого больше нигде нет. В общем, на улице ветер, под ветром работать именно по моей работе невозможно, потому что, ну, невозможно и все. Поэтому есть такая специальная палатка, где я могу работать и делать свою работу качественно. Вот, собственно, мой рабочий стол. Но он конкретно рабочий, видно, да? И вот моя работа. Ну что ж, начнем работу. Кстати, я увидел такую прекрасную вещь. Вчера привезли, смотрите. Здесь и рулетка, и урун. Знаете же, что такое урун? И знаете еще, что меня удивило? Есть даже лазерная. То есть ставите его вот так, и все, для вас есть. Тут и лазер, и рулетка, и урун. Все здесь есть, видите? Все 3 градуса. Горизонтальный, вертикальный и 45 градусов. Просто замечательная вещь. Мне тоже такую надо купить. И, кстати, здесь есть еще вот метр специальный. Отлично просто. Надо такую же мне купить. А у меня такая, простая же, видите? Не такая, как эта. А у меня вот простая. Ну, она очень прочная и мощная. Насколько мощная эта, я не знаю, потому что у нее корпус пластмассовый, а этот, я не знаю, алюминиевый, наверное, но он тяжелый. И здесь у меня только вертикальный и горизонтальный только есть. Вот. А 45 где-то растерялся, потому что несколько раз уже роняли. Собственно, вот так вот. Конечно, среди вас сейчас найдутся те, которые скажут, какой же ты сварщик, покажи свой шов. Ну вот, собственно, моя работа. Да, возможно, ее не так уж хорошо видно. Но если посмотреть невооруженным взглядом, можно сказать, что я охрененнейший сварщик. Как-то так. В общем, варим, ребята, варим. Варим, парим, шарим. В общем, все, все. Ну, вы же понимаете. Вы же понимаете. Поработали. Полдня уже как пролетело. Теперь идем обедать.
ты прошел наш день. Уже стемнело. Вот так вот проходит день высокого, высококвалифицированного специалиста. Очень сильно устал. Чаек попьем. Кстати, вот эту всю квартиру нам арендовали. Мы не платим за это, нам все оплачивают. Вот так вот. Здесь есть кухня. Вот и все. Прошел еще один день для сварщика в Узбекистане. Чем вы занимаетесь, напишите в комментариях. Я думаю, это видео не было скучным для вас. Очень сильно устал, поэтому харизма прет неимоверной энергии, наверное, вы почувствовали уже. Для тех, кто работает в России и отправляет деньги домой, не устану повторять. Отправляйте деньги домой с помощью приложения «Мир привилегий» и пишите мой промокод АК2. Вся информация будет в описании под этим видео. Всем ассаламу алейкум. С вами Наглый Узбек, сварщик номер один. Все в одном лице. Ассаламу алейкум всем.